Выход закончился. Теперь начинаем разбирать. Разбирать оборудование. Начинаем разбирать оборудование. Так. Сначала, чтобы не мешали, снимаем батареи. Батареи снимаем. Сняли батареи. Кладем их. Батареи сюда. Батареи сняли. Теперь снимаем светильники. Камеры. Отстыковываем. Отстыковали. Оп, сняли. Светильники. И теперь нам нужно ограничители снять. Оп. Ограничители сняты. Оп. Ограничители сняты. Чтобы не потерять, пока в сумочку положим в кармашек. Так, давай побольше экран сделаем. Так. Так, а здесь мы проволокой замотали. Так, вообще, во-первых, надо это сфотографировать. Давай. Как это было сделано. Раз. А здесь и не видно даже. Два. Так. Снимаем. Тут нам нужны кусачки. Замок. Второй тоже освобождаем. Кусачками. Вообще не видно. Здорово сделали. Снимем. Раз. Снимем. Сделано. Вот, вот, хорошо видно, как проволочка была подвязана. Сфотографируем. Опа. Вот тоже наделали проволокой. Проволока нас спасла. Так, мусор убираем. Оттягиваем. Проволока это уже нам не понадобится. Ставим на место камеру, чтобы она была в сборе. Защелкнем. Чтобы передавать нашим друзьям и товарищам, чтобы вам видели. Оп. Оп. Поставили. Убираем. Ставим на место замочки. Проволочку убираем в мешочек. Эти компенсаторы ставим на место, чтобы они просто не потерялись. Оп. Оп. Так, и второй компенсатор ставим. Все. И возвращаем батарейки на место. Они у нас были, чтобы они не летали у нас. Раз и два. Так.
Так, итак, возвращаем нашим друзьям. Оп, все. Вот, в сборе. Итак, мы возвращаем нашим друзьям и товарищам. У нас остаются на месте. Отлично. Замочек складываем. Коч оставляем. Так, это все остается. Так, а теперь демонтируем то, что нам дали наши друзья. Партнеры. Это запасные камеры, светильники и аккумулятор. Аккумулятор. То есть мы перепилим картон. Всякие названия писали. Спасибо, Сангело, Фортико, твоей жене привет, спасибо всем, кто поддерживает на земле. Ну, это так, не обязательно. Но эта лента держала батарею американскую. Еще одна изолента была, поэтому только в том, чтобы батарея не отвалилась. Отсоединяем ее. Убираем с картона. Вот и все. Вот она. Целостность и сохранность батареи. Так, мы ее кладем в мешок. Проверили, что она выключена, пожог выключен. Все, и со скафандра выбираем ленту. Заодно проверяем, что у нас все включено.